Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Dark Souls 3 Ashes of Ariandel. Запасайтесь булками, готовьте фляги с эстусом, продолжаем изучать всю эту заледеневшую территорию. Так, давайте сюда сходим, что ли. Так, стоп, а мы, получается, могли вот таким вот образом сюда спуститься. Вот оно что. Скотина. То есть больше здесь ничего и нету, да? Понятно, уходим. Опачки, ребята, знаете, что мне кажется? Только не попадай в меня, пожалуйста. Походу, ребята, здесь будет босс-файт. Посмотрите, какая здоровенная территория. Ну, прям вот попой чувствую. Стоит ли нам сейчас вступать в битву с боссом? И сколько их вообще всего в дополнении? Даже не знаю. Тогда нам, наверное, нужно подлечиться. Точнее, не подлечиться, а эстусов поднабрать у костра. В этом случае. И потом быстренько пробежать сюда, мимо того товарища. Не знаю, ребят. Ну, давайте, наверное, так и сделаем, потому что 10 эстусов. Блин, ребята, готовьтесь, это будет больно. Как вы заметили, я до сих пор не восстановил все свои навыки. Так, никто не... А этот не респавнится. А нет, вон он наверху же стоит. Точно, я забыл. Лишь бы он стрелять не начал. Давайте вот здесь встанем. Я хочу... Вот что сделать на всякий пожарный. Хотя с первого раза у меня точно не получится. Так. Вон там кто-то сидит. Это волк, тю. А нет, кто-то есть. Так где ты, камера, ёпара, твою дивизию? Камера, блин, я не могу навестись ни на кого. Да не на него, камера, блин, ёпара СТ. Сначала волка. Теперь лечимся. Хранитель могилы чемпиона. Ну ты вроде не такой уж страшный. Ой-ой-ой. Блин, не дал мне полечиться, скотина. Да что ж такое, не дает полечиться тупо. Что такое? Бежим. Опять ты. Так, первым того нужно добить. Первым добить того. Блин, зажал меня. Ёпара СТ. Лечиться, лечиться нужно, ребята. Ну, я говорил, с первого раза я не смогу. Я предупреждал, что с первого раза я точно не смогу.
Так, давайте попробуем что-нибудь другое. Не огонь в этот раз, а, допустим... магию. Хотя сейчас на волков все это потратим, блин. Камера, твою дивизию, ну... Сам виноват. Скотина, дай полечиться, а? Вот так. Ой, нехорошо, ой, нехорошо. Беги, беги, беги. Учись еще раз. Что ты умеешь, а? Блин, не попал. А он попал. Давай. Я не могу попасть по нему, ребята. Тупо не попадаю. И все, я рядом с ним, но и попасть не могу. Еще лучше. Третья стадия. Где я нахожусь? Я не... Твою дивизию. Да он больной! Дай мне выпить! Да что ж такое? Я не могу к нему подойти, не могу! Твою... Достал, скотина! Я смог! Я смог! Я смог! Я смог! Ай, ребята! Я смог! Фух, в общем... В общем, иногда он просто звереет, я вообще не понимаю, что делать, я просто кувыркаюсь влево-вправо, я не знаю, он просто носится туда-сюда, ничего не вижу, просто все белое, и где-то носится эта скотина, вот эта вот бандурина. Фух. Ну, блин, в любом случае это было интересно. Волки сначала перерезаются очень просто, потом, в принципе, сам по себе кто-то был такой, черт его знает, он был как бы очень легкий, но когда он призывает волка, все становится очень плохо. Но первым делом нужно добить его, по-любому, только его, иначе он начинает магией гасить и вообще плохо становится. Добиваем его, а потом просто танцуем туда-сюда, здесь чисто на выносливость, очень даже на выносливость. Но, в принципе, если бы я играл супертяжем, я думаю, щитом бы здесь очень хорошо смог бы прикрыться. Вот магу было бы плохо,
А щитовику, в принципе, даже попроще было бы. Так, давайте присядем. Фух. И осмотримся здесь. Что мы получили? Во-первых, я просто сейчас так волнуюсь, весь на взводе. Итак, храброе сердце, особый меч. Обычный дробящий колючий, львиная стойка. Что у нас по характеристикам? Ну, ДД. Не топовый это определенно. Посмотрим. То есть, получается, здесь уже идет со щитом вместе, да? Стоп. Вот. Короткий. Ой, какой мувсет классный, посмотрите. Какой быстрый. Мне уже резко захотелось его прокачать. Резко прямо захотелось посмотреть, что это будет. Может быть, стоит за кадром потом... После записи, может, за кадром я его все-таки прокачаю. Посмотреть, сколько он будет давать в итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь быстрых молниеносных атак. Вообще прекрасно. Так, а посильнее... Колющая. Потом режущая. Так, а если... Стойка. Понятно, а если усиленный? Очень даже неплохо. Давайте еще и прочитаем про него. Оружие, которым владел чемпион, участвовавший в поединках нежити. Особый набор, состоящий из широкого меча и львиного щита. Чемпион сражался без передышки, пока не потерял разум. В конце концов, с ним остались только его оруженосец да волк-одиночка. Навык «Львиная стойка». Находясь в стойке, проведите обычную атаку, чтобы сделать выпад с поднятым щитом, или сильную атаку, чтобы издать львиный рык и выполнить толчок щитом. Очень любопытно, я хотел бы это покачать. Но это не все, что мы получили, ребята. Что мы еще получили? Вот. Сожгите в храме огня, чтобы открыть поединки кости чемпиона. Ладно, окей. Так, это мы уберем. Давайте теперь мы здесь осмотримся, пожалуй. Фух, ну вот он, первый босс в дополнении повержен. Интересно, сколько их будет еще? И от снега у меня немного FPS начала проседать. Совсем чуть-чуть. Напоминает могилу Арториаса. Не? Не можем ничего сделать. Так, походу мы здесь ничего не можем. То есть мы снизу все, что можно, уже... Посмотрели. Так, нет. Кстати. А сюда мы сможем как-то наверх попасть, по идее. Ну-ка, давайте сбоку посмотрим еще раз. Там как бы такая пристроечка, как мостик. Деревья, мы по деревьям там должны будем как-то спуститься. Ну смотрите, прям как ступеньки сделаны. По-любому. Я ж все думал еще, как мы сможем сюда попасть. Ну правда, вопрос до сих пор открытый, как мы сможем попасть на верхнюю часть. Но внизу мы уже были. Но это было, ребята, круто. Ну в принципе, босс не из самых сложных. Проблема только в волке. А если быть точнее, именно в его второй стадии, когда он бешенеет. До тех пор, пока он не бешеный, еще нормально, можно его контролировать. Но когда он бешенеет, он не поддается контролю. Он просто... Там чисто у него атаки идут просто наугад, рандомные. Причем бешеные такие, что их не предугадаешь. Так, куда мы отправимся тогда? Заснеженный перевал. По-моему, отсюда мы планировали дальше двигаться. Да? Давайте, почему бы и нет. Так, кстати, здесь ничего не изменилось. Вот эта дамочка ничего нового нам не скажет. Было.
Так, здесь мы не можем. Так, не, ну падать вниз я не дурак. Вот, проверить. Стены. Так, нет, с этой стороны не может быть. Либо здесь, либо справа. Просто как-то давненько. Ну как давненько? В этом DLC вообще мы не находили ни одной невидимой стены. Это странно. Я не верю, что разработчики не запихнули куда-то такую стену. Ладно, отправляемся дальше на новые территории. Очень интересно, что же там будет. Так, солдаты. Надеюсь, вы не такие бешеные, как один попавшийся мне недавно. В прошлой серии. Так, те ушли. Можно пойти сюда. Что такое FPS лагать начало? Прогружается, опять что-то прогружается. Блин, ну какого черта? Как я обожаю динамические прогрузки. Неужели разработчики не умеют делать игры без таких, блин, загрузок? Пускай уровень загружается еще до того, как он начался. Чтобы можно было потом спокойно играть. Все меньше и меньше FPS, офигеть. Да твою ж дивизию, не, ну с такими FPS, ну да что ж за лаги, ну, блин, но... Основная кампания у меня прошла без лагов вообще. Сюжетка прекрасно пролетела, а тут дополнение, которое показывает мне сейчас 3 FPS, ребята. Внимание, 3 FPS, 1 FPS, 0... Все, прогрузилось, наконец-то. Если не забуду, потом вырежу. Так, ну падать я не хочу, потому что сюда мы потом не заберемся, по идее, или... Так, а ну-ка. А, так мы вот сюда упадем, потом обойдем. Нормально, все, можно падать туда. Все окей. Тогда подойди сюда, чтобы я на тебя спрыгнул. Я хочу это сделать красиво. Камера, наведись ты на него. Не могу навестись. О, есть, получилось. Не допрыгнул. Слишком далеко. Хотел сделать красиво, а получилось как обычно. Ну, как это обычно бывает, да? Через одно самое популярное место. Так, кстати, можно так осмотреться примерно. Полюбоваться красотами. Но там мы везде уже были. Везде мы там бегали. Я все это помню. Так что можно сказать, что там мы полностью закончили. Здесь мы обходили ведь? Или стоп, или это мы где? Это мы обходили. Да, да, да. Туда я ходил. Там взял плюшку. Вон лежит тот трупик. Сюда я смогу как-нибудь забраться? Так, похоже, что там может быть невидимая стена. Арка такая. Нет, ну запрыгнуть по-любому я не смогу. А здесь? Нет. Ну там арка выделяется довольно. Так, куда пойти? Сюда пойти? Пойдем сюда. Ага, здесь тоже два пути есть аж. Иди сюда. Отведал силушки богатырской. Так, и зачем? Спрыгнуть некуда. Вот туда вот, я ж думаю, мы можем попасть. Так, отсюда не увидим, надо поближе. Хотя вроде там ничего нету.
Ну и вот эти корни, они как... Вот, смотрите, ребята, мы выходим, спускаемся вот по тому корню, вот на этот, по тому вот на этот, и по спиральке спускаемся на следующий корень, и там... А вот есть блестяшка, да, все, там мы сможем оказаться, отлично. Просто теперь я в этом уверен. И буду искать, как бы, пути. Так, я мог на него спрыгнуть, но я решил вначале понизу пойти. Хотя тут и прыгать-то опасно, в принципе. Так что нормально. Вот мне интересно, как мне туда попасть. Что это там так подсвечено на стене? Как будто там фонарь висит какой-то. Там я никак не проберусь. Блин, любопытно-то как. Не хочу ничего интересного пропустить. Но по идее, надо же как-то туда внутрь попасть. Как-то ж можно. По мосту по... А, блин, ребята, я дурак. Так можете в комментариях написать, что я Зоди дурак. Блин, я невнимательный до ужаса. Там же с мост идет. Сверху вот сюда. Ой-ой-ой-ой, какой я невнимательный. Вот он, мост. Мы сейчас поднимемся наверх. И нас, скорее всего, убьют. Я так понимаю, здесь их будет до черта. Или нет? Так надо по одному врезать. Меня пугают те, что стоят сверху. Они сейчас огнем нас как... А приходуют? По одному, иди сюда. Не, вот не надо всех звать. Вот только не надо этого. Да! Вот знал же, что будет так. Уйдите, уйдите, уйдите. Не хочу со всеми. Да не хочу я. Так, идите по одному сюда. Вот сюда по одному идите. Толпой не забежите в любом случае, так что... Хотя они, скорее всего, сюда и не пойдут. Да. Не, нужно... О! Ну, что ты такой ловкий? Вот. А ты сам виноват, под горячую руку попался. Так, может быть, нам использовать тактику трусливого лучника? Как вы думаете, ребята? Опа, один здесь. Отлично. Ну да, сапожки у тебя забрали. Вообще они называются преследователи, но я их почему-то солдатами называю. Как-то мне так, не знаю, привычнее что ли. Сколько вас там еще осталось? Блин, тут они через каждые 2 метра стоят. Не попаду, да? Ой, плохо. Бежим. Бежим опять. Ты один? Ой, как хорошо, он один. Один пришел, один помер. Блин, и те идут уже. Так, отходим. Потихоньку зачищаем территорию. Реально какой-то массакр уже. Тупо их вырезаем по одному. Так, этих двое будет, да? Нужно выманить одного. Не-а, не-а. Не-а. Такой фокус не пройдет. Факир был пьяный, фокус не удался. Лишь бы тот кидать сейчас не начал в меня. Да иди ты сюда. Не попадешь же. Ясно ведь, что не попадешь. Так, короче. Ух!
Какой он бешеный, а? Так, этот один идет. Смогу ли я как-то на него? Смог. Вообще хорошо. Так, нет, я думаю, возьму плюшку и все, меня начнут гасить. Поэтому давайте вначале обезопасим себя. Я думаю, это будет разумно, по крайней мере. Жажда жизни во мне говорит, что нужно аккуратно действовать. И не спешить. Так, туда мы... Опа, интересно. Туда мы пойдем чуть позже. Вначале здесь разберемся. Они будто бы ждут, что я возьму эту плюшку. Кто? О, хорошо, отлично, вообще хорошо. Нет, нехорошо. А ну, в принципе, он упал. Тогда хорошо, тогда прекрасно. Камера. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Так, хорошо как. Так, ну туда мы потом пойдем, как я сказал. Вначале здесь хочется. А здесь тоже территория не маленькая. А, так мы сейчас. До свидания. Туда тебе и дорожка. Так, и туда мы можем подняться. Ну, в общем, начнем с этой стороны, чтобы уже знать, что мы осмотрели, что нет. Будем как-то... Так, нормально, успел, вообще хорошо. Отлично даже. Я бы даже сказал, отлично. Так, нет, туда некуда прыгать. Но здесь сверху еще кто-то есть, определенно. Стоп, а на деревьях никого не может быть? Надеюсь, нет. А вон он, но... Так я туда не попаду никак. Разве что его приманить. Так, давайте возьмем уже обычный лук. Просто чтобы его приманить. Ага, сейчас. Разбежался. Он ко мне не побежит, понятно. Он будет кидать. Кидай. Да чтоб ты был здоров. Отошел. Так, по крайней мере, теперь я знаю, что я в безопасности здесь. Радужный камень. Какая прелесть. Прямо лепота. Все, теперь можно правую сторону защищать. В принципе, разумнее было бы идти не по низу. Так, это там не костер случайно светится? Черт его знает. Идти поверху. Какая там глубина, ребят, вы только представьте. Офигеть. Красота. Так, один. Ага, тут можно вниз будет пройти. Понятно, это учтем. И там к нам спиной стоит товарищ. Так, там. Пока что предлагаю вот этого убрать. Смогу ли нет подобраться к нему?
Так, никто не идет ко мне. Отлично, значит я... Ага, стоп, если я сейчас пойду туда, то мне придется уже идти, значит, понизу, да? Сверху я ничего не смогу. Я вот этого боюсь, копейщика. Больше нет никого такого здесь опасного. И где он делся? Он что, вниз упал? А, красота какая. Тогда, в принципе, уже и не боюсь я никого. Щит преследователя, интересно. Посмотрим сейчас, только уберем. А, блин, ты повернулся, ты же спиной ко мне вроде как стоял. А, все, нормально, он меня услышал просто. Да ладно. Чего я морочусь? Они же особо мне ничего сделать не могут. Так, туда мы сможем попасть, запомним это. Давайте вот здесь щит посмотрим. Чисто ради любопытства. Сначала посмотрим, потом уже почитаем про него. Ну, такой себе, довольно симпатичный, в принципе, ровненький такой, гладенький. А что по характеристикам у тебя? Физический 80, в принципе, довольно неплохой щит, ребята. Теперь давайте почитаем про него. Обычный щит из тех, какими пользуются преследователи Фарона. Сделан из дерева, укреплен металлом. Обладает небольшой сопротивляемостью бездне. Навык владения оружием. Возьмите щит в левую руку, чтобы применять навык оружия в правой руке. Окей, будем иметь в виду. На всякий пожарный. Опа, опа, опа. Тут у нас, да? Вначале я вот этого уберу, пожалуй. Ой, ё-красота, я думал волки, мне показалось, что кто-то там рычит прямо таки. А здесь вот эти товарищи, их аж два. Нормально. Мой меч, моя палочка, выручалочка. Так, можем пойти туда, можем пойти сюда. А здесь что-то светится, случайно не костер? Нет. Здесь, где ты? А, вот ты. Ну, иди сюда. Тебя не боюсь, даже уже кувыркаться просто лень с тобой. Ты этого не достоин, чтобы я вел себя с тобой как с настоящим воином. Так, сверху никого? Слушайте, мы колокол можем скинуть? А, вот ты где. Так, иди сюда, чтобы того не разбудить. Ну, иди сюда. Иди, иди, идиот. Приду, приду, придурок. Что такое? Не успел. Какой кошмар. Да ладно, что я мучаюсь. К нему дольше идти, чем его бить. А, ты совсем здесь, совсем рядом. А там еще один, да? Тогда давай, выходи сюда. Хотя черта с два ты выйдешь. Блин, какое место неудобное. Мы не можем столкнуть как-то. Так, я забыл, ребята, как пинать. А, нет. Получается через раз. Вот сейчас не получается, ладно. Плевать. Нет, не сможем мы, само собой. Да, как тебя? Я не могу по нему попасть, ребята, ну, есть. Неужели?
Эть! Место неудобное очень. Так, на всякий случай, все-таки подлечимся уже, чтобы... Вообще, теперь куда мы можем? Наверх пойти? И понизу пройтись. Привет. И пока. Так, здесь плюшечка есть. Вот что есть. Обломок титанита. Что там? Посмотрим сразу. А, у меня идея. В принципе, я думаю, это логично. Видите, это дерево. Оно надломано. Я думаю, логично, что мы сможем сейчас его столкнуть туда. И открыть для себя эдакий срез. Ну, я так думаю. Хотя, по идее, так и будет. Все довольно-таки логично. Слышу. А, это ты рычал? Я думал, там кто-то рычал. Ладно, посмотрим, что у нас здесь вначале. Ну да, дерево очень выделяется. И, кстати, таким вот образом мы попадем туда, куда я и хотел попасть. Вот сюда. Я думал, там невидимая стена, а тут вот открыто все, да? Что это у нас? А, стоп, подождите, это ведь получается тот лифт, который там... Ух, не видно ничегошеньки. Где он? Да, смотрите, круто. Не уезжай. Отлично, ребята, у нас есть срез к костру. И знаете, что это хороший повод закончить серию. Вот эта серия, в принципе, довольно-таки удачная. Мы и босса завалили, это вообще шик. Плюс еще пошли на новую территорию, порезали тут. В общем, красота, я очень доволен. Надеюсь, вам тоже это понравилось. Если это так, не забывайте, пожалуйста, поставить палец вверх и подписаться на канал. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.